Приветствую вас, друзья, подписчики, зрители моего канала. Продолжаем обзоры интересных монет. И сегодня мы с вами рассмотрим вот такую замечательную монету номиналом 5 тенге Республики Туркменистан. Итак, на аверсе монеты мы с вами видим круговую надпись. Верхняя часть обозначает, что это Туркменская Республика, а нижняя часть гласит, что на монете изображен Сапармурат Ниязов. Сапармурат Атаевич Ниязов, фамилия при рождении Анна Ниязов, родился 19 февраля 1940 года в селе Кипчак Ашхабадской области Туркменской ССР. Носил титул Туркмен Баши, то есть глава Туркмен. Именовался также Сердар, то есть вождь, и Вечно Великий Сапармурат Туркменбаши. Советский и туркменский партийный, государственный и политический деятель, руководитель Туркмении с 1985 по 2006 год. За этот период, с 1985 по 1991 год, был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Туркмении. В 1990 и аж до 2006 года исполнял обязанности президента Туркмении. С 1999 года официально был объявлен пожизненным президентом Туркмении. В 1990-91 годы член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Пост президента был введен в Туркмении еще до официального его закрепления в новой конституции в 1990 году. Первый секретарь Центрального комитета Компартии Ниязов был избран президентом Туркмении на безальтернативных выборах 27 октября 1990 года путем всенародного голосования. Согласно официальным данным того времени, за него проголосовало 98,3% избирателей, то есть практически единогласно. Правление Ниязова характеризуется установлением в стране абсолютно личной диктатурской власти, а также масштабного культа личности, который пошел на спад только после его смерти, но сменился аналогичным стилем правления его преемника Гурбангулы Берды Мухамедова. А сейчас обратимся к реверсу монетки. Итак, на реверсе монетки мы с вами видим также круговую надпись, которая гласит «Туркменская республика», внизу дата 1993, в центральном довольно красиво оформленном ободке из кругового кольца и точек номинал 5, и вокруг пятерочки мы с вами видим цветочные розетки. Вид чекана этой монеты – регулярный выпуск, материал – сталь с медным покрытием, гурт гладкий, форма круглая, отношение аверса и реверса – медальное, вес – 3 грамма, диаметр – 19,5 мм, толщина – 1,57 мм. Вот такая замечательная монетка, о которой мне хотелось вам сегодня рассказать. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем коллекционерам новых поступлений в коллекцию, интересных поступлений. Всем удачи и до новых встреч.